Еще одна творческая личность, которая в свое время встречалась со знаменитым Давидом Манукяном. Но семейное счастье длилось недолго, и их пути разошлись. Сейчас Давид встречается с Ольгой Бузовой. Но чем же сейчас занимается Карина Кросс? Карина Лазарьянц, известная как Карина Кросс, популярная персона в Инстаграме. Девушка с самого детства жила в Москве и уже с подросткового возраста проявляла интерес к творчеству. На своей странице в Инстаграме она снимает различные комические видео. Раньше она всегда была в компании Давида Манукяна, но позже они расстались. Сейчас Карина по сей день снимает видео с различными блогерами. Девушка старается не покидать вершину славы. Многие фанаты и подписчики поддерживают девушку и с нетерпением ждут, когда она выложит новое видео. Сейчас девушка продолжает раскручивать свой канал в Инстаграме и попутно пробуется на различные роли в кино. Но пока ей достаются только второстепенные роли.